В Батыревском районе на местного жителя напал рой пчел. Мужчина скончался. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти. Днем 8 июля текущего года у пруда, расположенного по улице Центральной, в деревне Красномайский Батыревского района, на 45-летнего местного жителя, павшего уток, налетел рой пчел, которые жалили его в области головы. По предварительным данным, от полученных укусов сельчанин скончался менее чем через час. По данному факту Батыревским межрайонным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Менее месяца назад жертвой пчел стал еще один человек. 23 июня в Цивильском районе от укуса пчелы у 45-летнего мужчины началось удушье. Он скончался еще до приезда скорой помощи.